Авелина проснулась, поставила стирать ее вещи на полчаса, на 40 минут. И уже почти скоро достирает машинка, буду развешивать вещи. Тут, кстати, годик, в котором мы спим, поэтому нужно будет все повесить, чтобы до ночи все высохло. Но у нас очень душно в квартире, поэтому все высохнет. Вот такая вот Ляля. Все на себя одела, красивая. И лазит чуть ли не у Варьки в мисках. Знаете, мусор. Авелина, не вздумай, пожалуйста, опрокинуть. Угу. Классно. Авелина, пожалуйста, не трогай мусор. Доча, аккуратно. Я тут доедаю свой лаваш пока. А у меня тут такая добрая, в кавычках, снегурка. Это она попросила одеть ей снегурочки, ну, шляпку и юбочку, да? Красивую. Да, машинка стирает твои вещи там. Ты красавица? Все, мы развесили все белье, которое постиралось, повешала сюда на двери, потому что очень жарко, и как раз они очень быстро высохнут. Вылазили нитки с шорт. Вот, с Авелиной сейчас будем играть. Она тут за шариком бегает. Шарик! Ну, давай его доставай. Укатился от тебя. Зову ее на качельку, говорю, давай покачаемся на качельке. Она что-то не идет. Будешь качаться на качельке? Будешь? Иди, моя. Я решила покушать суп. Мама сварила щи с курочкой. И не буду ее ждать, потому что она еще на даче. Посмотрела по камерам. И я прям так сильно есть хочу, что не дождусь, наверное. Вот. Буду лаваш доедать. Ждем, выглядываем постоянно маму, ее до сих пор нет, сегодня что-то задерживается. Авелинка у меня ползает по полу, дома душно, я даже ей никакие шорты не стала одевать. И хочу ей водички сейчас налить, наливаю кипяченую воду, ну так, которую она днем пьет, и ставлю такую вот воронку, ситечко, сейчас, доча, и процеживаю, потому что у нас есть осадки из чайника. И мне приходится процеживать здесь. В Иркутске, кстати, у нас так нету. А вот здесь, в Саянске, всегда осадки. Последнее время. Раньше я не помню такого. Вот, водички наливаю. Все. И тут вот Авелисин термос получается с питьевой водой. Так, сейчас уберу здесь, убираюсь, хожу на кухне. Нужно помыть посуду. Целая гора посуды собралась. Вот. Это тут собачки, косточки. Вот. И Велися кушает яблочко. Ползает, правда, не сидит. Моя зайка. Прям вот так любит уже яблочко грызть. Я ей купила маленькие такие специальные, чтобы было удобно. 3 взяла на пробу. Вроде нравится ей. Ты мой зайчик. К маме хочешь стать? Вставай, мой хороший. А, яблочко упало. Ну все, давай мыть будем его. Где оно? Варечка, фу, отойди. Наконец-то! Приехал! Мы его уже ждем, ждем, уже не кушаем. Мама там уже и пиццу постряпала, и салатик, и закусочки сделала. О, ура! Наконец-то! Ура! Привет! О, утепленный, молодец, приехал. Варька уже лает. Сейчас Варюшку выпущу, пусть побежит. Ему у нас там влог. На этом на компьютере включен влог. Болтает. Папулька! Папулька приехал! Папулька приехал! Привет! Привет!
холодный, беги, папа. Ого! Алися! Вот это вкусняшки! Алися, что это? Вот это, скажи, люблю. Творог приехал. Не засняла реакцию с палочками. Это, конечно, было вообще. Она вот любит. Ага. Поставить ее срочно. Любит она эти молочки. Давай мама поможет, ладно? Ой, Варюшка вообще с ума сходит. Аж не может. Вообще с ума сходит. Это твороги достала. Бабулечка. Ой, поцеловала. Ты моя сладкая. Еще вот так делает, да? Она ему так сейчас сделает. Подбородок, да? Вот наша пицца. Супчик. Салат, мяско. Будем кушать. Ты сладкая моя после ванночки. Ну, лежи. Такая ляля. Все, Коля у нас уже спит. Наконец-то он лег спать, бедненький. Он не спал предыдущую ночь толком. Вообще он проснулся и не смог, говорит, уснуть. Работал весь день, ехал. Я просто не знаю, на чем он держится. Я сказала, все, бегом спать, покушал. И я ему расстелила, все проветрила. Он там спит у нас. Я, кстати, двери даже закрыла в зале, чтобы Авелина его не разбудила. Вот, и Варюшку, наверное, уже не поведем, потому что Коля ее водил. Я думаю, что достаточно ей будет до завтрашнего утра дотерпеть. Вот, так что мы сейчас тоже с Авелюшей укладываемся. А я, кстати, градусы хотела посмотреть, сколько у нас градусов. У нас же есть термометр. А, не видно будет. Я потом туда посмотрю. В камеру не видно. Все, побегу ее уже. Тогда поесть йогуртом и сама буду уже укладываться. Так что всем спасибо. Всем пока-пока.